За минувшие сутки самолеты российской авиагруппы в Сирии выполнили 39 боевых вылетов и нанесли 60 ударов по объектам террористов. По данным Министерства обороны России, уничтожены 4 командных пункта, 6 складов боеприпасов, 1 минометная батарея, 2 подземных бункера, 32 полевых лагеря боевиков. В провинции Хомс на окраине населенного пункта Тель-Биса бомбардировщиками Су-34 уничтожены подземные фортификационные сооружения террористической группировки ИГИЛ. Данный объект имел развернутую сеть подземных ходов, которые позволяли боевикам скрытно появляться в разных районах города и вести маневренную оборону против сирийских правительственных войск. В одном из бункеров был оборудован целый арсенал с боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, предназначенными для проведения терактов и диверсий. Отмечается, что в результате авиаударов полностью нарушено управление отрядами террористов в ряде районов, что заставило их покинуть свои позиции. Все самолеты российской авиагруппы после выполнения боевых задач вернулись на авиабазу «Хмеймим».